О подвигах советских и российских солдат хабаровским школьникам. Урок мужества провели юнармейцы ученикам Краевого центра образования. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Всем известно, что наша русская земля всегда славилась своими героями. Уроки мужества проходят в хабаровских школах каждую неделю. Школьникам рассказывают о подвигах соотечественников времен Второй мировой войны. Уроки мужества проводятся по всей стране для того, чтобы ребята знали о подвигах и ратных делах наших военнослужащих, которые всю историю России защищали, ее территории, защищали жизни своих семей, своих родных в первую очередь, для того, чтобы государство существовало, развивалось и жило дальше. Ученики Краевого центра образования услышали и детали специальной военной операции. Конкретные какие-то числа, даты были названы, что полезно, потому что конкретика помогает в этой ситуации. Интересно было слушать про данную спецоперацию и про прошлое, как бы проводить какие-то параллели между этим. Я люблю что-то более новое, то есть там, начиная там со Второй мировой войны и вот касающиеся вот этого всего. Потому что, ну, такое ощущение, что это произошло не так давно, и ты можешь прочувствовать это все. Подобные уроки проводятся во всех школах региона. С учениками беседуют представители патриотических организаций. Когда ты читаешь в учебнике, когда слушаешь учителя, это все-таки одно. А когда приходят ребята с патриотических организаций, вот в сегодняшней ситуации, это наши юнармейцы, это уже немножко по-другому воспринимается. Тот же форма, тот антураж, который они, ну, ведут за собой, те презентации, которые они готовят. Они готовят это не просто как какая-то лекция скучная, они все-таки общаются с детьми на своем уровне. На уроках мужества школьники также пишут письма солдатам. Послания учеников Краевого центра образования в ближайшее время отправятся в зону боевых действий. Игорь Сукачев, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.